Дорогие братья и сестры, 8 октября в Симбирскую митрополию, в наш город, будет принесена Великая Святыня – ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святыня посетит более 100 городов России. Везде, где она пребывает, совершаются молебны о даровании победы русскому воинству. Вот почему принесение этой святыни называют всероссийским молебном о победе. Имя великомученика Георгия известно во всем христианском мире. Этот святой пользуется особой любовью и почитанием в России. Это мужественный воин, который в начале 4-го столетия бесстрашно исповедовал свою веру перед гонителями христианства и пострадал за Христа. Необыкновенно ярким свидетельством о Боге стало не только его житие, но и бесчисленные случаи помощи этого святого людям, за что ему присвоили именование победоносца. Очень точно и емко об этом говорит тропарь, который поется в день его памяти. «Яко пленных освободитель и нищих защититель, немоществующих врач, православных поборнича, победоносче великомученича Георгия, моли Христа Бога, спастися душам нашим». С давних времен святого Георгия особо почитают воины за его заступничество в самых тяжелых ситуациях. Его чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу. Поэтому в наше непростое время Церковь призывает нас к сугубой молитве великомученику Георгию за наше Отечество. Принесение мощей того или иного святого – это очень большая радость для всех христиан. Это настоящая встреча с этим святым, в которой мы получаем духовное укрепление. Совместная горячая молитва у святыни способна внутренне объединить людей. И по слову Евангелия, Господь быстро слышит такие молитвы и сам пребывает среди людей, которые обращаются к Нему едиными устами и единым сердцем. 8 октября в 7 часов утра состоится торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца в Ульяновске у поклонного креста на месте разрушенного кафедрального Троицкого собора. Мы пройдем со святыней крестным ходом от Соборной площади до Спасо-Вознесенского кафедрального собора, где архиереями и духовенством Сибирской митрополии будут совершены божественная литургия и молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Святыня будет пребывать в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе до 9 октября. В 19 часов ковчег покинет Спасо-Вознесенский кафедральный собор. Я призываю всех вас, дорогие братья и сестры, принять участие во встрече святыни и общей молитве. Пусть Господь небесным предстательством великомученика Георгия Победоносца сохранит наше Отечество и русское воинство, дарует мир людям своим, исцелит болезни и душевные раны пострадавших.